интересуется, ты своим снаряжением, которое у тебя на сегодняшний день есть, это лук и стрелы, доволен или хотел бы в нем что-то поменять? Я всегда хочу поменять, и я на данный момент доволен. Потому что если я был недоволен, я бы уже сегодня что-то поменял. Но если завтра появится на рынке какой-то продукт, или кто-то мне подскажет, который, возможно, лучше, я его попробую. Если он действительно лучше, я его на следующий день поменяю. Но на данный момент, вот сегодня, сейчас, у меня все отлично. Я дальномер хочу поменять, $300 стоит, коплю.